поставляем 45 мегаватт в целом. 14 метров в ширину и 14 метров суднообеспечение шельфовое для размещения. Вообще-то реализация ваших поручений, тех планов, которые... Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны, арктической державы, востребовано для реализации нашей долгосрочной стратегии по освоению Арктики, для обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира. С удовольствием это делаю. Разрешаю. Фабрика, внимание. Пуск. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас разрешить запуск. Вперед. Дорогие друзья, я вас всех поздравляю с сегодняшними мероприятиями.